Итак, друзья мои, Костелло здесь для начала. И, как видите, я теперь официально буду снимать со своего, уже официально моего ноута. Потому что до этого я снимал с типа моего ноута. Хотя об этом вы можете знать из моей записи во вкладке сообщества, которую вы можете увидеть на моем канале, соответственно, и все. Вот, как вы видите, рабочий стол у меня вот такой вот. И сегодня у нас двойная реакция. Надеюсь, эта реакция не станет зашкваром, как та реакция с Doom Eternal и Иди к папочке под озвучку Джошу Зо, потому что я ее, эту, этот зашквар я решил удалить, потому что там дизов было столько. Могу примерно сказать, что было 9 лайков и 31 дизлайк. И я решил дальше просто не позориться и решил просто взять и удалить, как будто ничего не было. Вот, и сегодня, надеюсь, вот эта вот реакция не станет позором, и будет все нормально. Mortal Kombat 11. Представление уже второго персонажа после Терминатора, Джокер, который на прию, буду честен, он хреновый. Я киберпанк перенесу, и вот 17 сентября. Да, нет, кстати. Это официально, потому что действительно разработку киберпанка перенесли на сентябрь. Кстати, сразу скажу, что я нахожусь в наушниках, потому что только таким образом можно добиться вот такого звучания микрофона, как вот сейчас вы слышите. Потому что без наушников микрофон будет слышно вообще отвратительно. Поэтому последующие свои видео я буду делать вот только так, с наушниками. Больше никак. Эти клинки, эти клыки. Вообрази, какими способами я смогу убить тебя. Чё-то он похож на убийцу Кока. Вообрази, насколько смогу загнать их в Готэме. Мочи. Не, лучше все-таки один наушник я сниму. Ну, по внешности, честно скажу, Джокер, он хреновый здесь. Мак Хэмилл в данном случае, он побеждает. Потому что там он хотя бы был похож на Джокера, а здесь он, ну, нет. Дерется прикольно. Я всех спасу. Это, кстати, отсылка на одного злодея Бэтмена. Я не помню, как его зовут, но он, короче, тоже носил в руке куклу. Он, кстати, еще появляется в Arkham Asylum. В кошмаре Джокера. Точнее, кошмар пугала. Там он в телевизоре появляется. Вот эта самая кукла. Какой же ты тупица. А где, кстати, Харли Квинн? Хотелось бы, чтобы они вместе сражались. Это что, Бэтмен? Я подумал, это Бэтмен. Может, и правда Бэтмен? Нет, не Бэтмен. На-ка! Это что, новые скины, что ли, у персонажей? Просто реально, почему Барака похож на Крока? А вот сейчас, который Китана была, она похожа на женщину-кошку. Это фаталити такое? Прикончи его! Нет, не фаталити. Это этот был. Кто зовут-то? Дружба, надпись. А ведь френдшип был и в других частях. Не, ну неплохо. Фаталити. Неплохо. Феникс, Леджер, Николсон. А как же Лето? Нет. Вот такое хреновое Лето. Нет, этот... Джаред Лето, он хреновый. Джек Николсон, ну он такой средненький. Хит Леджер. Тоже. Мне его рожа сразу не понравилась. Джаред Лето никому не понравился. Сейчас он будет исправляться, ну скажем так, исправлять свой позор с помощью Морбиуса. И следующий у нас сегодня Добряк, который, кстати, выпустил аж целых сразу два ролика, но на второй я реакцию делать не буду, потому что это, по сути, музыкальный ролик а-ля Рикардо Милос. То есть, там не на что реагировать. Я мог проснуться с этим.
Честно, я не знаю, как так выходит, но почему-то приключения иногда находят меня даже в собственной квартире. The world is gone for Romy. Морозной зимней ночью. Я, как обычно, рисовал сверхинтеллектуальные мультики. Как вдруг заметил, которые хейтят. С моей кошкой что-то не так. О, она на моего похож. На месте и неподвижно смотрела в одну точку. Сначала я подумал, что она словила какой-то кошачий флешбэк. Но потом я понял, помнишь Вьетнам? Смотрит в коридор. Но в коридоре никого не было. Затем я уловил какой-то странный звук. Сначала я подумал, что звук идет с кухни. Но на кухне я тоже ничего не обнаружил. Звуки прекратились. Ну, ладно. Подумал я, наверное, это просто ветер, шалунишка теребонькает гофру от вытяжки. И вернулся к своим зрителям. Но потом я заметил, что кошка не двигается с места уже продолжительное время и смотрит именно в одну точку в коридоре. Мне стало как-то не по себе, потому что я слышал, что кошки могут видеть призрак. Кстати, да. Встав в коридоре, я стал прислушиваться и оглядываться. Откуда-то снова шел еле различимый звук. Поэтому я начал смотреть туда, куда все это... Он вообще живой? Нет. Кошка. Я вот думаю, он, по-моему, мертвый. Нереально, да, он живой. Да, все правильно поняли. Кто-то на протяжении всего этого времени пытается открыть мою дверь. Без стука, без нажатия звонка. Просто пытается за ручку открыть дверь. В 4, мать твою, часа ночи. 3. Я тихонько подошел к двери и посмотрел в глаза. Но увидел я там только кромешную темноту. Меня это напрягло еще сильнее. Я громко спросил, кто там? За дверью была просто гробовая тишина. Ручка на мгновение перестала двигаться. А потом начала двигаться быстрее. Я сразу же вспомнил всякие зомби-хорроры, где сраные мертвяки пытаются открыть закрытую дверь. Тогда я еще раз уже грозным тоном говорю: так, блять, я сказал, кто там нахуй? В ответ мне... А может быть, это не просто зомби, а велоцираптор из мира... Ой, не то, что мира юрского периода, а парка юрского периода, который, кстати, тоже умеет открывать двери когтями. И снова ничего не ответили. И вот я стою в 4 часа ночи с кошкой, и у нас дилемма, открывать дверь или нет. Я начал не открывай. Разумно помыслить. Если бы это... Дождись дверь, утра. Они бы позвонили в дверь. Если бы это были грабители, они бы просто взломали дверь. Выходит только два варианта. Это либо зомби, либо нет. Призрак. Ну, на крайняк какой-нибудь виндиго. Минут 20 я думал, что мне делать. Скажу честно, было страшно. Но потом, собрав волю в кулак и сказал себе: так, соберись, тряпка, ты здоровый мужик, сейчас просто пойду и открою эту дверь смело и решительно, но сначала на всякий случай возьму топор. Да, определенно. Ножик. Очень медленно в трусах и с топором я начал пробираться к двери. Отложив десяток кирпичей и посмотрев на кошку, выдохнув, я резко открыл дверь. Здорово, тварина! Там никого. Ясно. Ну, алкаш. Это, конечно, не зомби, но... Музыка из верх. ...настолько страшен и пьян, вернее, страшно пьян, да еще и с кривыми зубами. Музыка из верх. Вполне бы за него сошел. Увидев свет, этот дед словно мотылек направился в мою квартиру. Вам чего? В ответ я услышал что-то невнятное и имя Нина. Увидев, что этот дед стоит в подъезде в носках, а на улице минус 25, я, подключив дедукцию, понял, что с улицы без обуви он прийти не мог. Учитывая, что я жил на последнем этаже, чтобы спуститься с чердака на Карлсона, он был не похож. Он жил где-то снизу. Мужчина, вам, наверное, ниже. Услышав это, дед, издавая рандомное мычание, начал спускаться вниз. То есть, вы понимаете, да? Если бы я вдруг... Ну чё, типично русский. Я забыл закрыть дверь, а такое иногда бывало. Он бы просто мог зайти таких ко мне домой миллион. И лечь спать, возможно, миллиард. Даже со мной. Представьте, снится вам кошмар, как вы убегаете от зомби-деда. Фух, это всего лишь сон. И тут... После такого нужно обязательно снять напряжение и отвлечься. И лучшее для этого место, конечно, Raid Shadow Legends. Так, минус реклама. Мне уже этих рейдов и Shadow Legends мне уже хватило. Как-то практически один в один ко мне снова ломились в дверь. Только теперь уже пытались открыть дверь ключом. Правда, в этот раз средь бела дня и со мной был друг. Когда я открыл дверь, я снова увидел пьяного мужика, но уже другого. Че-то дверь не открывается. Может, потому что она моя? Тебе че надо-то? Мужики, помогите дверь открыть. Ну хорошо, а где твоя дверь? Вот. Ладно, давай. Я начал открывать бедолаге дверь, как вдруг он мне говорит:
Да не тот ключ, да ты че гонишь, что ли? Вот этот же, ну, ёбра. А тот тогда ключ откуда? Мерси. И буквально благодарю. Упав где-то в недрах квартиры, даже не закрыв за собой дверь. Вот так. Ты закрой лучше. Я оставил его без ключа. Во избежание казусов и неприятностей. А то проснетесь чьим-то дедом. Напишите в комментариях, открыли бы вы дверь на моем месте или нет. Нет. Серьезно, я бы не стал открывать, кому попало. Мне очень интересно. Ну и конечно... Но я уже сказал, я открывать дверь, кому попало, не стану. И на этом все, ребят. Не забываем, что я оставил запись в сообществе про свой ноут. Рассматривайте, смотрите, удивляйтесь, не удивляйтесь. В общем, делайте, что хотите с этой записью. Чао, какао.